Давай, я тебя сниму, раз ты такой красивый. Давай. Жизнь связана с природой. Это на первом месте. Потому что по временам года люди меняют свою деятельность. Зимой не выпускают лопату снеговую из рук. Досматривают скотину свою. Пекут блины. Достают квашеную капусту. Ну и так далее. Обычный зимний образ жизни. Он как бы замирает жизнь немножко зимой. Ну, весной открывается земля. Все работы на земле. Радки надо вовремя посадить. Посеять, скопать, рыхлить, досматривать. И все лето человек не разгибается. Опять до зимы. А осенью время тоже сбора урожая. Вот здесь огурцы были. Там были горбузы, кабачки. Ну вот, сидит. Ой, она как будто ждала вас. Видите, я уже и достану. Сегодня я собирался ее убирать. Что, хорошая свекла, видишь? Такая. Нормальная. Тут удар промой по центральному шару, но потом задача попытаться забить шары. Ну вот, видите. Наша клюква, или же, как называется по-белорусски, журавины. Вот это наши жители деревни Усакино ходят на болото и заготавливают. А клюкву заготовили тонны полторы. Как называется ваша улица? Лесная. И вы на ней одна? И я на ней одна. Вот так. Было раньше 3 стада коров на всю деревню, а сейчас 1 корова на всю деревню. 1 единственная. Вот и все. Иди, 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 мой хороший, иди, моя маленькая. Иди, ну, красавец мой, иди. Иди, слазь, иди сюда. Иди сюда. Ага. Иди, иди. Ну, иди, я ж тебе не достану. Конечно, партизанский край был. Ваши родные тоже были в партизанах? Ну, так мой отец был связным. А дядька наш был начальник партизанского отряда. Это мамкин брат. Вот. Ну и батьку же убили. В общем, 1 полицай выдал и убили. Вот так. Так что... Хоронили его ночью, без гроба, без ничего. Вот. Ну, такие дела. Так я своего отца и не помню, то Настя помню. Она наша старшая самая сестра, а я и не помню. Родилась я в 1929 году, 8 марта. До войны кончила 3 класса. Знаю своих учителей. Раков Теренчевич и пионер-вожатая, которая нас учила танцевать, 6 девочек. Ну, а потом началась война. Ну и вот жили мы в лесе, холодно, мороз. Не такие землянки у нас были, как тут поставили партизанам.
памятник. А там были просто из веток. Мы же ничего не хотели, пошли так, как мы поутекали, так, как было. Как вам сейчас живется? Ну, я одна уже силы нет. Ну, стараюсь, как было чистенько, как было добро. Ну, что поделать? Ой, надо же улыбаться, что поделать, а? Ну, вот такие дела. До свидания. Ну, до свидания. До свидания. Население составляет 132 человека. Процентов 30 – пенсионеры. Люди очень доброжелательные. На данном этапе, из-за того, что приезжают местные жители, которые уже постарше возрастом, свои родительские дома возвращаются, держат подсобное хозяйство, ну и за счет этого идет увеличение. Сказать о том, что молодежь поедет в населенный пункт Усакино, ну, хочется верить в это. Добрый день, хозяйка. Здравствуйте. Кофе напоим, замерзли небось. Это родина моего мужа. Значит, вы местный житель? Да, он местный, коренной житель, а я уже тут с ним за хвостиком. Квартиру оставили сыну, внучка родилась, и мы приехали сюда. И вот уже 19 лет почти, 19-20 год уже живем мы здесь с мужем. Хорошо вам здесь жить? Нормально. Ну, идемте. Это вы тыквами кормите? Да. Это вот свою тыкву. Живность? Да. Это ничего не должно пропадать. Где тыква? Ну, показать вам поросят, пожалуйста. Ну, пошли, малыши. Ну, совсем не маленькие. Ну, неважно. Во, какие поросятки у нас. Страшно? Ничего себе, свинья. Так мы ж кормим. Голову не побейте, там аккуратненько. Бачу. Уважаемая хозяйка, думаем, зима у вас будет очень сытая. Да, но на всем надо трудиться. Вы мои хорошие. Так. Марта, иди отсюда. Марта первая сразу. Марта, да. Это вот козочка. Две дойные у меня козочки. Потому что... Они любопытные, ваши козы. А гладить их можно? Можно, чего не можно? Вот? Да. Сейчас, подожди. Облизала мне объектив. Ну, объектив. Ну-ка. Идите, мои красавицы. Все. Ой, солнышко, пробовал глаза. Ну, в деревне в этой жить хорошо. Очень даже хорошо. А что я желаю, это мира, спокойствия. И ко всем было счастье и здоровье. А трудиться, будем богатеть. Будем живы, не помрем. Не помрем.